В Москве запремьерили кинокартину «Довлатов». Посмотреть на несколько дней из жизни прозаика пришли те, для кого Сергей Довлатов не просто писатель. Когда я купил полное собрание его, такого небольшого формата, ну это наслаждение. Затмить интерес журналистов к меховой шапке Никиты Михалкова смогло только появление Федора Бондарчука в обнимку с Паулиной Андреевой. Но пока режиссер вспоминал свою довлатовскую юность, Паулина думала не о нем. В Питере были такие? Ну, правда. Нет, кто такие? Ну, вот у нас были компании, которые, вот если ты там 100 страниц из «Мастера Маргариты» не знаешь наизусть, тебя не принимали. То же самое, Довлатов. Появился на премьере Максим Виторган. Как всегда, в последнее время один, без Ксении Собчак. Ей некогда. Но к началу показа успели его старшие дети, Полина и Даниил. Если не ошибаюсь, еще не читали Довлатова. Я не знаю, вот как он у них отзовется и отзовется ли. Если к Довлатову ты равнодушен, даже если ты одна из главных героинь фильма, не страшно. Актерам всегда есть что почитать. Было бы где. Последние уроки по мастерству актера Михаила Чехова, данные им в Литовском драматическом театре в 1938 году.